Всем привет, дорогие моим друзьям, гостям моего канала. Вместе с мамой делаем толму. Этот рецепт, это мамина рецепт и научила меня. Я, как всегда, готовлю сколько лет так. Сейчас покажу, что будем делать. Получается самый вкусный толма в мире. Я много видела, которые готовили, но как я готовлю, как моя мама готовит, как моя бабушка готовила, никто так не готовит. Прежде чем начну показать, вместе сделаем толму, да? Да, кто-то говорит долма, но это толма, толма, армянский толма. Подпишитесь, кто не подписан, подпишитесь на мой YouTube канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Друзья, мне будет очень приятно. Лайки не забывай, мои хорошие. И пишите что-нибудь в комментариях. В комментариях обязательно пишите. Мама говорит, газ ты уже включила, пальцем показывает. Говорю, ничего. Друзья, поддержите на мой YouTube канал. Обязательно, если не трудно, если вам нравится мое видео, подпишитесь. Ну что, начинаем? Друзья, здесь у нас говядина, мясо, фарш. И здесь у меня рис. Здесь 2 килограмма у меня фарша, почти 2 килограмма фарша. И кило 800 будет. Здесь у меня 200 грамм риса. И зелень разные. Кинза, укропчика, петрушка, орегано. Все, да, мам? Угу. Ананчин. Да. Да. Мама говорит, да. Вот так вот. И все, хорошо мешаем. Соль по вкусу, красный паприка, острый и сладкий. Очень хорошо мешаем. Мама говорит, что здесь соль мало. Немножко посолю, соль добавлю. И красная паприка. Мама говорит, что добавляй. И сейчас покажу, что дальше. Все, мама говорит, соль. Все, добавляю тоже чуть-чуть. Хватит, мам? Хватит. Хватит. Ну, давай еще чуть-чуть, мам. И все. И красная паприка. Хватит, мам? Микичель. Угу, микичель. Да. Микичель. Все. До однородности дундай на его. До однородности буду мешать. Мам, кого мисса шатами? Чей. И там и кески лук мисенька, а вы лацали. Стоять кукилю пыльни? Угу. А? Все, сейчас отдельно буду маслом, сейчас покажу, что дальше. Мамчан, хэш лав, честно говоря. Все, берем отдельно сковородку и масло. Видите, сколько у меня здесь? 250-300 миллиграмм масла, сливочное обязательно. Сливочное масло. Сейчас растворится. Добавляем красный паприка. Вот так вот помешаю. Вот так вот. Все, добавляю красную паприку. Мешаем. Угу. И добавляю обязательно томат. Видите, какой красный и густой томат у меня. Пока здесь хватит. Хорошо помешаю. Вот так вот. Хорошо мешаю. Все, отключаем газ. Видите, все, отключаем газ. И сразу мясо. Все, да и кутеровпни. Айтен славер в пахележ. Все, так, здесь вот так вот сделаю. Отправляю
На мясо. Обязательно. И очень хорошо мешаем. Очень хорошо мешаем до однородности. Видите? Друзья, моя мама уже капуста приготовила. Кипяток мы все знаем. И мама взяла два перчика зеленые. Хочет тоже для аромата, для запаха, вкуса положить два сладких. Этот такой мясистый сладкий перец. Вот так вот. Все, начинаем крутить голубцы. Талму. Начинаю крутить, мои хорошие. Беру капусту, вот эта грубая часть, да, убираю, беру мясо, вот так вот. Если маленькая капуста, берите меньше мяса. Вот так вот, или матери с мамой вот так там. Да не мясо кастрюль, я не рим. Вот арашчик лез. Который большой, я отрезаю капусту. Чтобы такой аккуратный, да, был наша толма. Мам, сейчас по-разному, я не смечу его. Миса черево, мы терево. А, миса парта дышчи. Миса парта дышчи. Миса цуценка. Вот так вот. Иркор, я тарич. Чайля. Мама говорит, два ряда делай, потом, чтобы она перчика положила. Нет, цара варерика. Мам, будешь варить нам кофе? Я хочу кофе. Кофе. Есть, музум. Ты будешь варить? Она говорит, нет, я не хочу. Я хочу. Это закончу ты меня? Ты пат, таверча цара, мы от патыбки там кофе. Все. Мама говорит, заканчивай это. Поставь на вариться. Я сварю тебе кофе. Скажите, что из матери рук все, все вкусно. Все, все. Моя мама, это для меня она все. Вот так вот. Беру мясо. Вот так вот. Ирку церотели рыбу. Перцарь ирку так. Че? Когда рабочая? Kasu gibi çelik mi? Hı hı. Çerit el var tanımaya seviyorum. Ver çastın. Второй ряд, да? Как я закончу, скажу тебе, мамочка. Мартин, биберберцин мес, лецес мекис. Мекетал. Мекетал, лешку кетал. Че, мекетал, лечен ерик. И так далее. Դա վլից միսը շատը, դու սիրը մեզ էտ, մի բարետները դու պտի ուտես։ Մայա մամը ոչ է լուբիտ զիլոնի տակոյ միսիստի պերեց սլատկի, կավարյոտի լուբեշ պալաժի մնոգ, մամ մալը պալաժիլը, շտոբը վիտնը բմ, մի շատ, ընձի հոտ նա պետք էտ։
Бибари, пойдет там миснель. Если чкан летит. Мам, да, тарка, бибара. Че, че, Ерика, ба, если хоть лик, сах мес. Лане, чкан. Форд это не мештега, те. Че, меки скелох, если. Сенс. Меки сте, меки линец. Давай второй делай. Ты сама положишь. Потом мне скажи, что... На, в тюрьме со шатом. Я, шата, а вы на верца. Мама, барка дума. Ах, верц, Алекс. Вчель, Элисабана, Таташка. Алис, айс эстич, эссенц, буду, айс эссенц. Да, я неправильно положила, мама поправляла. Все, мам, сейчас буду все делать, да, томат, чтобы слегка, сейчас покажу, что дальше. На сковороде опять положила сливочное масло, и сейчас добавляю красную паприку и томат. Мам, ложку дай, ложку дай. Молодец. Я думал, там пацапель. Ага. Добавляю красная паприка, острый и сладкий. И томат, чуть-чуть томат уже. Че, мам? Меча томателем к цели. А, кич. Кич. Ага. Я, мама тоже говорит, чуть-чуть надо. Потому что мы опять делали, положили на мясо. А это сверху мы должны. Сейчас покажу. Ինչքան է 30 դոմատ։ Դելը չեմ գցեմ, մամ։ Մի լավ կթալ։ Հա։ Մի լավ էլ մի։ Էսի փոճուր կթալա ձեռինը։ Քան որ քելամ է ինը։ Հա, բա։ Փոճուր չի քելամ։ Շատ բաժի։ Շատ կծուտ է։ Ահա։ Շատ աճեցի։ Ես քիչ աճեցի, ինչքան կծի դերեմ։ Շո, աճեցի հետ։ Добавляю томат. Все. Опять мешаем до однородности. Угу. Дальше сейчас покажу. Угу. Все. Сверху. Вот так вот. Церот. Ложками. А вниз. Внизу. Мештеклиц. Все, чуть-чуть сделали. И сяни варилиц. Угу. И сяни варилиц, и мьен. Угу. Я погугаю, ты чужой. Это потом, да. Здесь очень много масла и томат. Сейчас это водичку налью сюда, закипит и толму. Все, я это делала. Все, начинаю дальше крутить толму. И потом добавляю кипяток и на газу варится. Угу. Все, я дальше. И ты голову робишь. Верчу, мам. Все, угу. Поставила на газу, наливала кипяток или теплой воды. Закрываем обязательно тарелочкой. У нас талма, чтобы сок, да, закрывала талму. Больше не надо. Когда поднимается талма, берите такую кастрюлю свободную, чтобы у вас сок не лилось, как у меня. Все, когда рис сварится, все, у нас талма готова. Мои хорошие, у нас такая классная погода была, потом очень лилась дождь, сильный дождь. Вот и все, мои хорошие. Приятного вам просмотра.